Здравствуйте, я Наталья Ермолаева, директор детского музыкального фестиваля Viva Music. Это детский музыкальный фестиваль, который проходит вот уже более 7 лет. Мы начинали его в Москве, но сейчас он шагнул далеко за пределы нашей столицы и проходит в Новосибирске, Иркутске, Чите. Готовятся два фестиваля в Кемерово и Омске. Фестиваль рассчитан на детей младшего школьного возраста, где-то от 8 до 12 лет. Это ученики первых-четвертых классов музыкальных школ. В регламенте фестиваля три тура. Два отборочных, тематических, которые мы пытаемся сделать не только музыкальными, но и информативными. На каждом туре лектор музыкального музея имени Глинки рассказывает о музыкальной теме, которая была выбрана. А ребята подбирают произведения конкретно к этой теме. Лучший из выступающих получает путевку на гала-концерт. Вот сегодня мы с вами присутствуем на гала-концерте. Здесь выступают лучшие из лучших. И они борются между собой, борются за стипендию магазина сети «Свет и музыка». Чтобы у вас зарождался дух состязательности, чтобы была такая конкуренция, добрая конкуренция. Ну, кто знает, может, из вас потом получится новые Дениса Мацуева, и значит, мы будем счастливы от того, что мы хоть маленькую долю, но к этому приложили. Конечно, совсем маленькую по сравнению с стараниями ваших преподавателей, ваших родителей. Вы, соревнуясь, получаете какую-то небольшую стипендию, и это уже ваш первый заработок, и вы с гордостью приходите домой и говорите: «Мама, папа, я получил свои деньги». Ну, конечно же, это тоже дорогого стоит, значит, это тоже, значит, довольно положительно будет сказываться на дальнейшем вашем развитии. На всех этапах фестиваля ребята получают подарки, дипломы. Но только лучшие 5 получают стипендию от сети магазинов «Свет и музыка». Стипендия выплачивается в размере 1000 рублей в течение целого учебного года. Это неплохое подспорье для юных музыкантов. И хороший стимул для занятия музыкой и стремления к тому, чтобы быть лучшими. И так названы имена стипендиатов фестиваля Viva Music сезона 2014 года. Он завершен, это замечательно. А впереди у нас новый сезон, и мы откроем его концертом на тему «Мир Чайковского». Мы приглашаем всех юных музыкантов, которые хотят поучаствовать в соревновании, которые так же, как мы, любят музыку. Приходите, присылайте свои заявки в компанию «Азия Мьюзик». Мы ждем всех. Спасибо.